отвали. Ну мы не все, понимаешь? Ну, я вот так вот. Не надо бычки и бросать. Да, я тоже не помню. Ты вот куда ты кинул палочку твою? Вот он. Слушай, дайте мне кого-нибудь позитивного, а? Чтоб с ним поговорить можно было. А, помочь? Я пойду покурю. Улыбнись. Кого? No!
идти-то? Влево ты хотел, вроде. Есть, блин. Ладно, давай туда. Давай, 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 отходи так. А он уже близко? Здесь, а не надо. Уже не надо. Ну. Ну, куда идет, туда пусть и идет. Да нет, отводи его. Бог, 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 бог. Вытягивай, вытягивай, не останавливай. Че, запуталась? Я вижу, нет там ничего. Ну, он даже тащился легко. Потому что спит много. Да не было никого, он даже целый. Нет. А чё пищ? Целый, блядь, я изо рта целый вытаскивал.
Садись, Серега. Я уже начинаю бояться, блядь. Выдергивать рыбу нахуй. Не матерись. Нет. Мелкая тоже рыба. Аккуратнее, леска сзади. Подожди, я не... Дай хоть заснять один раз.
А я вас хотел снять, а вы прогнулись. Она нагнулась, а не прогнулась. О, наш великий Ленин. Thank you.
Тихо. Красавец. Глаза закрываем. Чего? Глаза закрываем. Че, неси ее. Давай снимать. Сейчас будет неприятные вещи. Нет, подожди, давай его сначала это. Да, я сфоткаю. Сфоткаемся. Ну давай его, он сейчас, блядь, это, он. Мне ничего не будет. Дюжи резкий. Че, снял что ли с него уже? Че, нет. Давай вот сюда. Да, у него, я закрепил его неправильно, он сейчас оторвется нахер. Не снеси это. Подай вот эту штучку и выключи съемку. Фоткай. А куда, ребят? Смотри. Обратно прикатили. Его катает туда-сюда. Типа того. Я как-то
А колокольчики, бубенчики, ду-ду. А я сегодня на работу не пойду. А с работы железная пила. Да, почем меня мама родила. Есть. Ну, на чью клюнул? На чью? Андрея. Андрея. Чего, на мою? Нет. Держите вот так вот. На Андреевкина? Вот он, красавчик. А у меня прям леску дын-дын-дын туда, блядь. Он тебя заплел. Еще хороший один. Андреевский монтаж вот так же, да. Тут и тот монтаж. Тут оба монтажа, да. На его монтаж. Его, да? Ну, леску у меня дергал прям. Джу-джу. Андрюхи стоял, молчал. Это ты сделал? Сгоди. Немножко убавьте. Два зарежет. Наверное. Нормально, наверное? Нормально. Хорошенький. Ух ты, блядь. Ты еще дерешься, нихуя ты. Ну да. На ближней бровочке. Да, на ближней бровке. Хорошо. Достать эти железки. Так, бери, подсак. Держу. Давай, смотри. Держи. Закинуть? Да не, не надо. Пускай. Вот это Андрюха, по-моему. Ну, дай у нас. Поставь на стойку, аккуратней. Славку не зацепи. Вот, зацепь. Вот и я отличился. Ну, Сергей, терпение вознаграждается. Да, ну, ты знаете, я хотел уходить, блядь. Прямо по морде получил. Ушел бы, блядь. Сука, а ведь колокольчик даже не зазвонил, блядь. Он так дын-дын и потащил, и потащил, блядь. Бляха-муха. Перебирайся с косы сюда. Да, мы на то встанем. Хорошо. Ну, ой, я пошел, вешать ее. А где шнурок? А где? А шнурок там лежит. Где? Там, где тот висит, но он длинный. От того, что отрезать? Как вот на боку. Во! Вот это вот сазан. Как я не ушел, думаю, ладно, побольше, еще, чем мой, да? Еще 3 минутки, думаю, посижу, блядь, и пойду, время первый час. И смотрю только, блядь, леску. Дынь-дынь-дынь-дынь.
Зад пофоткаемся. Ну ладно, не издевайся. Дождался. От дальнего. От третьего. Пук-пук. Откат нормальный. Это ты сделал. Ты зачем это? Я смотрю, фонарь садится, блядь. Я чувствую, бьет удилище, блядь. Ёпт, я кричать, ребят. Ну сколько? Хорошо. Да у него килограмм 7. 6. Ну, 6-7. 8, может быть. Может быть. Я же, блядь, какой год говорю, надо весы. Потому что мы так вот смотрим. Ну, 6-7, блядь. Мишки там видно. Видимо, блядь, там от лески избавляется. Тихо, тихо, ага, тихо. Сейчас. Теперь уже все, братец. Ты уже попался. Блядь, перевернулся. Да и хуй. Так даже удобнее. Не светите ему в лицо. Я ему не в лицо свечу. Ты ему в лицо Правда? Светишь. Что? Какая жаба, точно. Не больше, чем твой один. Не, не больше. Такой же, как мой. Но все равно пиздатый. Да ёпкой. Не хлеб, не хлеб, сейчас я отпустим, подожди, потерпи. Потерпи, милый. Все равно съедят, блядь. Мы тебя дольше ждали. Вяжут волки позорные. По рукам и ногам вяжут. Пяги, плавник перекинь. А то заламывает иногда. Где твои жабры? Эй. Тихо, тихо. Тихо. Да не бойтесь, он уже не принимает. Да уже все он. Нет, нет, не, не за жабры. Синий пикнул. О, все. Пускай. Вот. Тапок, тапок, тапок. Проебал. И хуй с ним с тапком, сазан не ушел бы. Сазан тоже не уйдет. Доволен? Там этот на спиннингах колокольчики висят, сигнализаторы поклевки. И вот в колокольчик дышь такая хреновина, когда врезается. Вообще прикольно. Такой, блин. С такими усами. Слава тут мучает, фоткает. Кто? Мы? Мачо. Блин, он такой мохнатый такой. Ну, у него пузо такое пушистое. Знаешь, как это, верба. Ой, он кричит еще. Ругается. Ну, пальцем даст. Конечно, уже ложка в ход пошла.
Вилку возьми. Да ты, а вон, смотри, там яд какой-то выпрыгнул. Да это чайник, чашка. А, это с ложки стекло? Да. Ищит. Ну не надо, отпусти. Дай его поснимаю. Он обороняется от нас. Ну, он визжит, пищит. Прикольный такой. Ну, да, вроде так это. Ну, я... А чем я капать-то буду? Да я что-то как-то... Не думал, что как-то это так может произойти с ухом. Да, там ветер, то в одну уху дует, то в другое. Ну, сейчас, может быть, натроллились. Может, в машине пока спали, там, застудил скандею. Фиг его знает.